Всем привет, меня зовут Елена, и сейчас я вам покажу, чем я занималась в марте, что я навышивала и что я сшила. Сначала я вам быстренько покажу все свои процессы. Почему быстро? Потому что все вы их уже видели и неоднократно, все кроме одного, кстати. И напомню вам, что все эти процессы, все, что вы сейчас видите, я к концу лета закончу. Ну, можно сказать, что у меня такой маленький марафон. То есть мне будет полная смена процессов. И уже в конце этого лета. Да, будет интересно. Ну а потом, после этого, мы, как обычно, поговорим немного о разном, о всем, что у нас происходило. Ну и давайте начнем. Ну а начнем мы сегодня. Мы сегодня начнем с моего финиша. Очень интересного финиша. Вы его уже видели, вот этот цветок. И я вам обещала показать, что я с него сошью. Начнем с цветка. Это цветок в технике Goldwork, вышивка золотом. Я, конечно, с ним сильно намучилась, впечатлений, ну просто немерено. У меня просто не было времени снять нормального полноценного видео, поэтому пока я просто выложила процесс. Но я вам обещаю, что буквально в ближайшие недели две, надеюсь, не позже, я все-таки выложу видео, где я подробно расскажу о всех нюансах, как я его вышивала. Поверьте мне, камера всего этого не передает. И хочу сразу сказать, если бы я его вышивала еще раз, я бы, возможно, сделала вот эту сеточку, вот эти вот крестики, не золотые, а серебряные. Они бы, возможно, немножко оттенялись. Здесь надо использовать немножко другой шнур, более толстый, чтобы он плотнее ложился. Ну а канитель это просто отдельная тема. Как я с ней намучилась. Ее отрезать ровно, отрезать нужный кусочек, чтобы он именно повторял контур листика, это очень сложно. Пришивала, отшивала, еще раз примеряла. Это было долго. И вот была еще одна проблема. Вот видите, край. Канитель, получается, здесь видна. Срез. Он острый. Это не очень красиво. Вот видите, сверху я закрыла, получается, из этого жемчуга. Я хотела сделать совсем другой шов. Я хотела сделать, чтобы канитель вот так устояла буковкой S. Но у меня оказалась жесткая канитель, а здесь нужна мягкая. Она у меня уже есть, покажу. Ну, в общем, как бы там ни было, я все прекрасно вышла, мне все понравилось. Думаю, что это мой не последний процесс. Буквально в течение недели двух-трех я выложу еще одно видео. Может быть, на две части разделю, потому что там очень много всего могу рассказать на эту тему. Поэтому, ой, очень много впечатлений, очень. Ну и напомню, что схемка, ссылка на книги в этой технике, есть в описании, поэтому скачивайте, смотрите, листайте. У меня такая книга есть печатная. Выбираете просто цветочек, любой, какой вам нравится, выбираете шов и вышиваете. Не обязательно так, как я. Я долго думала, что мне из него сшить. И вот что я сшила. Вот такой вот клатч. Я просто в восторге от того, что получилось. Посмотрите, какая красота. Ой. Вот кнопочка. Все очень аккуратненько. Кармашек. Все швы аккуратные. Все хорошо сшито. Никакой косой бейки. И я им осталась, ну, просто очень-очень довольна. Да, у меня была мысль сделать там и цепочку. И, возможно, еще вот такую вот веревочку делают. Даже цепочка у меня есть. Но, во-первых, цепочкой я не пользуюсь. А красивой кумикисточки у меня просто не было. Но чтобы было красиво, нужна красивая фурнитура. А кроме того, таким клатчем я пользуюсь только летом, буквально там 2-3 недели, когда мы едем отдыхать. Чтобы положить на отдыхе ключи, телефон, возможно, деньги. По-моему, получилось отлично. Я им осталась очень довольна. А сразу покажу подушку. Вот скучно вышивать черным по черному. Именно действительно скучно. Вот видите, одна полоска вышита, вторая полоска вышита. Вот это я вышла в этом месяце. И все. Осталась еще эта сторона и эта.
Хотелось бы закончить следующие месяцы, но не уверена. Ну, действительно скучно вышивать черным по черному. Так что, возможно, еще месяца два буду ее показывать. Но к лету закончу. Мой поэтический салон. Вот уже молодой человек. Обе его руки, газета. Скоро будет и лицо. Красивая картина, очень красивая. Девушки, гобелены. Ну и, естественно, мои розы. Красота невероятная. А вот я их здесь выровняла. Вышла вот весь вот этот вот кусок, весь фон вокруг роз. Мне осталась одна роза и фон. Опять же, летом финиш. Осталось совсем-совсем немного. А вот покажу все, что мне осталось вышить. Вот такой вот кусочек. И вот такие красивые розы. Розы в стеклянной вазе. Ваза стеклянная. И вот они уже, ну, почти-почти готовы. Мой Нью-Йорк продвинулся, ну, просто очень хорошо. Вот светофор и вся вот эта вот часть была вышита в этом месяце. У дяди день рождения в сентябре. И к сентябрю, я думаю, точно закончу. Красивая картина, яркая, вышивается действительно очень легко. Я тоже не вижу смысла сильно останавливаться, пора тоже ее заканчивать. Ну, глобально по вышивке все и по процессам, но у меня есть такая еще вечная тема – домашнее задание моего ребенка. Да, последний раз я так смеялась. Читаю. Домашнее задание по арту. У нас есть такой предмет. Ну, если кратко, сшить подушку. Ну, я так почитала, позвала Димочку. Он мне сказал, что делать не нужно. Ну, естественно, я с ним согласилась. Ну, не буду же я на завтра сидеть и сшить подушку с ним. Ну, смешно. И что ж вы думаете? На завтра, на следующий день, я его забираю со школы. Он выходит такой довольный. Говорит, мама, у меня для тебя подарок. И у него в руках, вот не поверите, подушка. Они ее шили в школе. На швейной машинке садились все, и мальчики, и девочки шили. Супер, домашнее. Ну, хоть в школе пошили, хорошо, повезло. А, ну, еще такое было интересное домашнее, по математике, кстати. Сделать 3D-фигуры. Кстати, кому зададут, это делается буквально минут 5. Ищите в гугле сразу готовую схему. Распечатываете, ну там круг, квадрат, готовую схему сразу на картоне, вырезаете и склеиваете. Принтер на картоне печатает, проверено. Мы сделали сразу несколько. Да, домашние у нас веселые. А, и кстати, вот что я вам хотела еще рассказать. Вот я вот шила клатч. Я ходила целый год на курсы кроя шитья, еще в 9 классе. На второй год не пошла, надоела. Ну, суть не в этом. Когда я ходила на курсы кроя шитья, с того времени все очень сильно изменилось. И вот я вспомнила один случай. Вот сейчас мы так хорошо все используем наши маркеры, водорастворимые. А когда я ходила на курсы, нам о них рассказывали, ну, как о каком-то новшестве, что такое существует где-то, что его даже где-то, вроде как в ЦУМе, можно купить, возможно, если повезет. И вот какая-то девочка, не помню, как ее зовут, купила желтого цвета. Были другие цвета, но она побоялась, ну что не смоется. И вот вы не поверите, ни у кого из нас даже желания не возникло его одолжить. Ни у кого. На то время припуски отмечались специальным обметочным швом. То есть две детали складывались вместе, именно две вместе. И сшивались таким специальным швом, потом растягивались, по центру разрезалась между деталями, и нитка оставалась на обоих деталях. Ну, если деталь была одна, тогда можно было мылом. И вот мы все сидели, сметывали детали, ну, видно, глаз отрезали, когда как. Но ни у кого из нас даже желания не возникло этот маркер одолжить. Все боялись, что он не смоется, и так поглядывал на меня косо.
ждали, что же будет, смоется или нет. Какие мы были добрые. Даже учительница, кстати. Она его не сильно одобрила. Ну, сказала, пользуйся, но... Вот вспомнилась почему-то. А, и, кстати, вот тоже купила, вот тоже недавно, еще одну поролку. У меня где-то есть моя старая, ну, решила сказать новую. И что ж вы думаете, купила я ее. Вот она такая красивая у меня. Смотрю, какая-то красненькая штучка такая с краю. Взяла ножницы и попыталась ее снять. Но я решила, что это какая-то защитная пленка, чтобы не уколоться. Потому что у меня когда-то давно, ну и где-то она есть, была поролка, ну, без этой кругленькой штучки. Ну, к счастью, она держалась очень-очень хорошо, и когда ее снять не смогла, ну, просто не смогла, поэтому и не сняла. Я уже догадалась, что ее снимать не нужно. Ну, и вот я постоянно вспоминаю еще, да ностальгирую о своей швейной машинке старой. Она находится у мамы, а у меня электрическая. И вот в ней вот эта вот ручка крутить нужно было, чтобы она шила. Мне ее, ну, так не хватает, так не хватает, вы не представляете. Ой, ну ладно. Да, все меняется. А еще, кстати, у нас такая погода интересная. За месяц столько всего поменялось, причем не просто, а очень сильно. С начала месяца потеплело, похолодало, опять потеплело, опять похолодало. Замело все, причем сильно замело. Буквально на завтра все уже там подтаяло. Потом через пару дней ливень сильный. Выглядываю вечером, опять замело. Вроде как по звукам дождь, а замело. Погода супер. Днем дождь лил, да и сейчас, судя по звукам, а на улице уже снег. Ну, понятное дело, что к утру все растаяло. А потом очень резко опять потеплело. До нас дошли, вот не поверите, пески Сахары. Да, очень удивлена. Такие были сильные порывы ветра, вы не представляете. Такие сильные. А еще у нас был сильнейший град, настолько сильный, сижу, слышу, в наушниках сижу, гремит. Ну, я думаю, другой кабинету, внимания не обратила, смотрю, опять гремит конкретно. Встаю, подхожу к окну на балкон, а там такой град был. И это был не просто град. Вот фото с другого окна, с нашей комнаты. Ну вот я не знаю, что это, но это очень похоже было на смерч. Даже туман у нас был. Причем туман достаточно сильный. А еще нам обещают вот 8 числа затмение и одновременно парад планет. Что-то такое. Вот завтра буквально. Посмотрим. Так что да, погода просто великолепная. Ну, уже потеплело, тепло. Вот я сижу на балконе, в футболочке. Погода просто шикарная. Сегодня, по крайней мере, 7 число. Ну, вообще, глобально у нас вот до 21 числа было все очень спокойно, но, опять же, только у нас. Все, что в других городах, там все было совсем не очень. Но у нас было спокойно, тихо, спокойно, редкие тревоги были, конечно, но нечастые. Даже думала, что и рассказывать будет особо нечего, что все будет хорошо, в принципе, но 21 числа, ну, в общем, все как обычно. Началось там еще где-то часов 4 ночи. Гремело не меньше часа, очень сильно гремело, настолько сильно, и рядом было, и везде было, и очень-очень сильно, и очень долго. Ну что, встала я, ну спать-то хочется. Ну и как-то получается, наша комната, ну прям совсем окна, у нас высокий этаж, все видно там, ну и прям кровать прямо посреди громадного окна. Ну а у ребенка выходят окна во двор, угол здания, ну и там мы ему так немножко настроили, пуф, доска, ну и опять же стена есть. Ну и мне так хочется спать, ну и я что сделала? Я пошла к нему. Ну, решила, что там хоть одна стена есть, безопаснее. Залезла там к нему как-то в ногах, там как-то пристроилась. И что вы думаете? Утром у меня ребенок спрашивает. Мама говорит, а кто это у меня ночью был? Знаете, если у меня ночью кто-то был, ой, ладно. Я, конечно, посмеялась, объяснила ему, что если ночью кто-то будет, это я. Ой, да, это, конечно, все не смешно. Ну, а с утра, как обычно, подошла к окну, ну, после вот уже после отбоя. Ну и, как обычно, последние два раза, к сожалению, уже, ну, за окном дым.
Ну, к счастью, не очень близко все это было и дымило недолго, но все равно. В прошлый раз было то же самое, в позапрошлый так вообще прям возле нас тут так дымило, 2 дня дымило. Ну, приятного мало. Ну и после этого, получается, были веселые дни 10. По факту Киев обстреливали всего вот так дважды, так чтобы сильно. В остальных случаях, ну там ну что-то летело, но не сильно. Но все это происходило чаще всего посреди ночи. С вечера читаешь, взлетели там самолеты, понимаешь, что будет обстрел. Когда ракеты летят, они часто летят сначала в сторону Киева, ну то есть думая, что уже в нас. Потом они часто сворачивали. То есть дни 10 были совсем-совсем неспокойные, очень неспокойные. Так что да, приятного мало. Хотя, кстати, и без казуса мне обошлось. Ложусь я как-то вечером спать, читаю. Около часа ночи было. В Киеве сегодня северное сияние можно увидеть. Ну, северного сияния я никогда еще в Киеве не видела. Ну, думаю, встану, посмотрю. Встала, подошла к окну, убрала шторы. Мы же закрываем сейчас спокойнее спать. Смотрю. Что ж вы думаете? За окном так куча дыма. Не сильно близко, но реально так много. Но, думаю, хорошее северное сияние. Ну, как оказалось, я даже фото сделала, приблизила. Это был не пожар, это было с какой-то трубы. Ну, там на фото четко видно, вот, что труба. Но все равно сам факт, понимаете, я ожидала северное сияние, понимаешь? А тут, как всегда, блин, ладно. Ну, вообще, конечно, глобально у нас так не сильно спокойно. Тревоги сейчас постоянно вот начались стабильно. И днем, и ночью. Ну, приятного мало. И особенно, конечно, вот Харьков, конечно, Одесса. Все города прифронтовые. Не знаю, что будет дальше, конечно. Приятного очень мало. Не знаю, чем все это закончится. По крайней мере, окончания войны никакого нет. Ой, ладно, давайте все-таки немного хорошим. Потому что ситуация, конечно, мне не очень нравится. У нас, как я уже сказала, потеплело, солнышко, все на улице гуляют. Мы уже даже мороженое ели, ну, потеплело. Лето почти. И, кстати, мы недавно тоже смотрели с ребенком под микроскопом. Очень красивое ледоперышко, вот тоже покажу. Вот действительно красиво. Просто перышко с подушки. Нашли и решили посмотреть. Ну, так интересное. А еще у меня был день рождения, мне подарили розы, ну и, естественно, мы тоже их посмотрели под микроскопом. Ну и вот так вот они выглядят. Но это еще не все. Они все еще стоят в воде. И вот когда вода там немножко, ну скажем так, зацветет и появятся бактерии, мы еще эту воду тоже посмотрим живыми бактериями. Да, все не так просто. И вот так выглядит экран телефона под микроскопом. Что бы ни включил, видны вот такие вот пиксели. Хоть видео, хоть фото, хоть просто экран. Они бывают чуть разные, но всегда вот такие вот пиксели. Да, вот так интересно. Буду заканчивать. Кстати, у меня уже намечается один новый интересный процессик. Очень такой интересный, необычный. Думаю, что в следующем месяце я вам уже о нем расскажу. Главное его начать. Но я так уже, в принципе, набросалась бы все, что спрошу сделать. Так что в следующем месяце покажу и расскажу. Ну а сейчас я не прощаюсь. Подписывайтесь. И всем до новых встреч!